Арсенал перед матчем с Уфой. Ваши вопросы. Эдрак, вы и сами говорили, что после матча с Динамо игроки жаловались на некую усталость. Как сейчас процесс подготовительный проходит? Ну, я думаю, все нормально. Вы знаете сами, что поле очень тяжелое было. И, может быть, это повлияло на состояние. Вот. Нормально бывает игры, которые нет очень удачные. Это любой команды, так что в этой игре мы выиграем и зацепимся там за шестое место. Ну, Уфа команда с крепкой обороной, наверняка будет играть вторым номером. На чем построить это большее действие? Ну, мы не знаем, с каким номером будет играть Уфа, потому что они на въезде с Краснодаром играли очень открыто, можно сказать. И, вообще, любая команда играет, сколько противник позволяет. Но нормально мы играем дома у себя и надеемся, что можем сделать давление такое, что Уфа будет играть в тренинге. По травмированным что скажете? Джорджевич, Майга. Джорджевич, Майга, Григолава уже долго, так что они не будут готовиться к игре. Но ожидается, что Майга хотя бы успеет сыграть еще пару матчей? Ну, не знаю, мне очень это трудно сказать, его восстановление идет очень медленно. Медрак, Уфа чаще забивает во втором тайме, то есть там, по-моему, только 5 мячей у них в первом тайме. Это как-то будет скорректировано на подготовке к матчу, на установке командной игры? Нет, я думаю, совпадение, потому что об этом думать не хочу, потому что я надеюсь, что мы забьем и что мы выиграем. Дай бог, ее не забьют в втором тайме, мы выиграем. Медрак, как-то пригласить болельщиков хотелось бы на эту встречу? А как, нашим болельщикам не надо приглашать, они всегда самая лучшая поддержка, то что я думаю, и без моего приглашения они приедут. Спасибо.